Много лет назад мне открылся стих Священного Писания из книги пророка Исаи Я слушал тогда лекцию по истории, где говорилось о том, что ветви власти структурированы в соответствии с Исаией 33-22, Исаия 33 глава, 22 стих. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш. Господь — Царь наш. Он спасет нас. В этой лекции говорилось о том, как отцы-основатели Соединенных Штатов Америки верили, что человек греховен, что человек не способен всегда выбирать правильное направление, что он лишен Божьей славы. И нет человека на земле, который мог бы быть царем, законодателем и судьей. Лучшая человеческая система управления, система организации власти заключается в том, чтобы вот у нас был царь или президент, руководитель исполнительной власти, дальше законодатели, это Конгресс или парламент, и судебная власть. Это те, кто толкует Конституцию и законодательство страны применительно к реальным вопросам. Задумываясь об этом, я понял, что именно так Бог организует и местную церковь, по местную церковь. Есть исполнительный лидер церкви. В Америке он называется пастором, первым пастором, старшим пастором и так далее. Есть команда лидеров старейшины, дьяконы, служители, пасторский совет, пресвитеры, как хотите. Это законодатели церкви. И, наконец, есть члены церкви, которые принимают окончательные решения, толкуя Священное Писание, толкуя Конституцию Церкви, Устав Церкви. Бог устроил здоровые церкви так, чтобы были несколько ветвей власти, что были разные роли, что были разные обязанности, но люди в этих обязанностях, в этих ролях дополняют друг друга, и все мы трудимся под властью и авторитетом Иисуса Христа. Только Он может быть и Царем, и Законодателем, и Судьей сразу. Одновременно, кстати говоря, здесь в книге пророка Исаи говорится как раз о тысячелетнем Царстве, когда Христос будет царствовать с нами и среди нас. Но пока это царство не наступило, полезно разделять обязанности, разделять ответственность. Сегодня мы с вами будем говорить об этом среднем звене, которое часто называют советом церкви, советом дьяконов, пасторским советом, пресвитерским советом. Бывают дьяконы, бывают диаконисы в некоторых церквях. У кого как. В каждой церкви может быть по-своему. Но когда я изучаю Священное Писание, я вижу лишь одну сцену в Священном Писании, где вот эта группа старейшин, группа пресвитеров, трудится вместе и по-настоящему управляет церковью. Конечно, есть фрагменты, где описываются требования для старейшин, дьяконов, пресвитеров. Но есть одно место, где описывается, как они принимают решения. Деяние, 6 глава. Мы прочитаем, начиная с первого стиха, и постараемся применить это место из Священного Писания к современным церковным советам, братским советам. Деяние, 6 глава, с 1 по 7 стихи. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев, за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, собрав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищи со столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников, их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Давайте помнить о том, что Деяния апостолов это книга описательная, а не предписательная. Часто в этой книге описывается, как была устроена первая церковь. Не обязательно предписывается, как должна быть устроена наша церковь. Но предписание здесь тоже есть. Я думаю, что шестая глава «Одеяния апостолов» может быть хорошим описанием, но и предписанием того, как управляется церковь. Во-первых, настоящий церковный совет молится, члены совета молятся вместе — Апостолы сказали, что мы посвятим себя молитве и учению Слова. Дело в том, что если церковный совет вместе с пастором не будет руководить церковью, то кто же будет руководить? А чтобы по-настоящему руководить, нужно молиться. Порой бывает полезно молиться на протяжении часа, прежде чем перейдем к официальному заседанию Совета Церкви. Я знаю ситуации, когда люди а, просто все время проводят в молитве, все время проводят в личной беседе и не решают никаких бизнес-вопросов, деловых вопросов. И это тоже бывает правильно. Я знаю ситуации, когда Совет решает молиться перед богослужением или после богослужения, или делать себе молитвенный день в среду. Дело в том, что именно Совет Церкви призван показывать общине пример молитвы. Делать это можно по-разному, но надо делать. Итак, первый вопрос. Как наш Совет молится? Молится ли наш Совет и ведет ли он молитвенное служение Церкви? Следующий вопрос, который должен решать братский совет или просто церковный совет — это вопрос о процессе принятия решений. Когда возникла проблема с вдовами, апостолы, как руководители церкви, собрали всех, всех, то есть тысячи человек. Мы порой жалуемся, что у нас 200 человек, 300 человек, членов церкви, и то на членское собрание не приходит. А здесь тысячи человек. И апостолы собрали их вместе. Они не просто решили вопрос сами. Они хотели пройти через процесс, процесс, в котором Бог покажет им свою волю совет призван не просто следить за тем, что происходит, не просто решать все вопросы между собой. Они не сказали, так, слушай, Андрей, вот ты занимайся в доме там, Петр, ты занимайся в доме из этого района, Марк, ты здесь живешь, занимайся в доме из этого района. Нет, они так не поступали. Мы как-то попробовали такое сделать в нашей церкви. Мы решили поделить церковь на географически определенные группы людей, и каждый из старейшин отвечает за свой участок города. И не получилось. Не получилось, потому что задача старейшин заключалась не в том, чтобы все брать на себя, но в том чтобы вести церковь, в том, чтобы передавать ответственность членам церкви, а не делать все самостоятельно. Значит, настоящий процесс, здоровый процесс управления церкви, это когда не только мы, но все что-то реально делают. Апостолы могли бы ограничиться служением небольшой группе людей. Они могли сказать, «Так, слушайте, вот эти люди могут заниматься этим, эти вот тем, нет, апостолы подключили всю церковь к этому служению, не только близких своих друзей. Апостолы не были похожи вот на людей из этого племени. Кому-то пришла мысль в голову. Они говорят, «Так, кому тут еще что не нравится? Давайте сбрасываем их с утеса». Недопустимо такое, ничего хорошего в этом нет. Эффективный церковный совет руководит процессом, руководит церковной молитвой и также наставляет и снаряжает народ Божий для служения. Слово «снаряжает» — это перевод греческого слова, у которого масса значений в Новом Завете. Буквально это слово означает «подчинять сети». Это не значит, что сети были Порваны. Это значит, что сети улучшили, сети укрепили, все расставили по местам. И это слово означает стремление а, сочетать вместе людей с разными мнениями, разными взглядами, для того, чтобы расставить их по местам. Для того, чтобы каждый из них нес служение, и они могли трудиться вместе. Об этом же говорится в послании к Евреям. 11 глава, 3 стих. Мы читаем о том, что веки устроены Словом Божьим. Вот устраивать церковь ⁇ это задача старейшин, пресвитеров, чтобы каждый человек мог применить свои дары, чтобы каждый дар был на своем месте, чтобы служение вдовам, служение детям, служение молодым матерям, все это было на своем месте, чтобы каждый трудился в церкви в соответствии со своими дарами. Вот это функция настоящего совета. Настоящий эффективный церковный совет, пасторский совет, выносит конкретные предложения. Старейшины, пресвитеры внесли конкретное предложение. Они предложили найти семь человек, которые руководили бы заботой о вдовах. И это было их совместное предложение. Они не были похожи вот на этого руководителя. У него палка, и наверху шлем на этой палке. Он говорит, так, кто-то еще мое предложение хочет прокомментировать. К счастью, они работали вместе, это не было просто мое предложение. У них было единое мнение, единое предложение, и, соответственно, и в церкви возникло единство, установилось единство. Часто, слишком часто совет церкви оказывается разделенным. И Совет предлагает церкви два варианта решения, и церковь тоже может распасться. Прежде чем принести предложение, передать предложение церкви на членское собрание вынести, члены совета должны прийти к согласию по этому предложению. Должны сказать, да, мы согласны, мы считаем, что это правильно, так и надо поступать. Я видел, как церкви предлагают кандидатуру следующего пастора и совет не уверен, совет разделен по этому поводу. И в комитете по подбору пастора тоже нет единства. Надеялись, что единство будет на членском собрании. Не было единства, было разделение. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Предложения от совета могут быть самыми разными. В деяниях 6 глава предложение касалось заботы. А вдовах. Конечно, от совета могут исходить и другие предложения. Ну, например, предложение перейти на служение малых групп, сфокусироваться на малых группах. Это крутой поворот, когда церковь шла в одном направлении, но понимает, что нужно изменение, направление, нужно что-то новое, нужно новое служение. Как вы видите здесь, на доске, вот этот крутой поворот. Предложение может касаться малых групп. Предложение может касаться того, чтобы церковь переехала. Например, понимаем, что зал слишком маленький, и надо искать, куда переехать, в аудиторию побольше, в зал побольше, чтобы больше людей могло прийти, чтобы было место. Потому что если в комнате, в зале слишком мало свободных мест, Новые люди не хотят приходить. Церковь должна быть заполнена, зал церкви должен быть заполнен на 80%, для того, чтобы 20% были свободными. Если нет столько свободного места, значит, нужно переезжать на другое место, в другой зал. Возможно, и, возможно, еще один поворот. Например, есть некое общее направление, которые мы должны избрать для того, чтобы дойти, достучаться до новых людей в нашем районе. Например, я знаю церковь, которая решила сделать служение для семей с маленькими детьми. И, соответственно, через Facebook и через другие социальные сети, через газету, через объявления стали приглашать семейные пары, молодые семейные пары, и рекламировать свою церковь как хорошее место для молодых семей где молодые семьи могут понять, что такое участие в служении церкви. После такого изменения, после такого поворота начался настоящий рост. Но поворот этот исходил от совета церкви, а затем был предложен членскому собранию. И все работали в одном направлении для того, чтобы молодые семьи привести ко Христу. Порою такой поворот происходит, когда меняется пастор, когда другой пастор, и совет тоже может внести такое предложение. Например, пастор переходит на другое служение, церковь призывает нового пастора, и это может быть существенный поворотный пункт, поворотное событие в жизни церкви. Но совет должен быть в единстве, вынося такую, рекоменда такую рекомендацию на членское собрание, потому что совет сначала сам должен это обсудить как было и в Деяниях 6 глава. Эффективный церковный совет начинает с молитвы. Он руководит процессом. Он дает возможность служения Божьему народу. Он готовит предложения. И он устанавливает определенные правила. Что это за правила? Это, по большому счету, решение совета. Ну, как, например, Совет говорит руководителю служения, смотрите, вот вы можете делать все, что хотите, вот в этих рамках устанавливаются определенные внутренние правила. Например, служителям молодежи говорят так, приглашайте любых людей сюда в церковь, но чтобы спиртного в помещении церкви не было. Вот это правило. Или э, это здание сдается, может быть, какой-то группе, или это здание передается какой-то группе временно, но устанавливается правило. Э, хорошо, вы можете использовать это здание, но вы должны оплатить услуги уборщика. Вот это правило, которое может установить Совет Церкви. То есть... Необходимы правила, которые будут служить к развитию церкви. Кстати, совет не должен заниматься мелкими делами. У пастора есть власть принимать решения. У лидера молодежной группы есть власть принимать решения. Совет принимает общие решения, а дальше дает возможность действовать лидерам в этих рамках.